Надоели мне мачете. Сколько у тебя слотов свободных? 3 зайца, нифига у меня. Надо же, не сработало. Не с одного. Ладно, с одного. Дальше пойду. Ты как понял, лучше я отступлю. Вот тебе лучше. Вот тебя выполнение здания, не трогай меня. Четвером одного деда пинали. Вышибало. Полно. Потому что верую! Все. Че, оружие нужно? Сейф, походу. Нет, оружие не так что надо. Но у меня в инвентаре очень мало места свободного, мне его куда-то надо выкинуть. Почему? Но свободного пространства, весь город видно. А здесь больше с кошкой хорошо. Да. Вообще, блин, девать некуда уже.
бомбы. А чё, без бомб нет? Мне 7. А топоров сколько? 65. Вижу. Сюрикены, говорю, взрывающиеся. Ой, что было? Я угадаю, твоя работа? Неа. Сейчас я тебя попробую. Чпок. Взрывающиеся сюрикены дам. Работает. Взрывающиеся сюрикены. Не знаю с чем, но взрывается. Громилу с двух или трех убивает. О, надо спасать парней. Какие парни? Не успели спасти. А, их убили? Да. А где они? Кто валяется? Да и хер с ним. Да. Мне ни капли не жалит. Сами виноваты, значит. Не жаль. А, ну да, опа, да. Здесь было с ножом на этого гиганта кидаться. Это и так идиотизм. Отдай мой мачете. Хоп. 277. Слушай, а им можно и покидать нормально так. Во врагов. Пролетариата. Я вспомнил один интересный момент в Ведьмаке, когда Ведьмак швыряет свой меч в противника. А потом подбирает его. У тебя то же самое. А что ты должен сделать? Вот у тебя будет оружие одно в кармане, ты его метнешь, и что, будешь с голыми пальцами, с голой жопой, что ли? А нет, это как будто добивание. Ну да. Он швыряет меч, а потом быстренько подбирает его. Он ведь в метре 3-4 от своей жертвы. У меня какое-то предчувствие, что там может быть карантинная зона. Или нет? Или просто тоннель? Это просто тоннель, наверное.
Ну если там эти квазимоды, значит они что-то должны охранять. А, да, ядовитая жатка, чертеж какой-то. Так, сюда нельзя. Ха! Хотела из-под удара уйти. Ну-ну. Направо. Да. О, грубый клевец для тебя специально. Волшебное слово, кстати. Урон большой. Громила. Заебали вы, блять, отвалите нахуй. Сдохни. Ублюдок.